Итак, всем здравствуйте, ребята. Говорит и показывает Хаги Ваги. И сегодня я вам сейчас покажу, что будет с Windows Phone Core, если сделать, если посидеть немного с мегазрупным шрифтом. И сейчас посмотрите, как она выглядит. Но перед этим, как я покажу вам это, обязательно тыкни на лайк. Погнали! Первоначально мы сейчас, чтобы изменить шрифт, мы просто заходим в Properties, Settings, Advanced, Troubleshoot, ну не сюда. Так, мы сюда просто заходим в Advanced, хотя не в Advanced, зайти, можно подставить век, а, так, понятно. Так, поняли, затем мы просто заходим в Properties, и затем мы сейвим, Advanced, мы Custom Settings, и мы затем меняем на 500, ну и затем перезагружаем. Да, мы просто перезагружаемся. Да, создаем Windows сервис. Или можно и так перезапустить. Вот. Так вот мы затем перезапускаем. Так, мы вот это вот мы пропускаем. Так, у нас загружается, как обычно, Windows Phone. И так, у нас увеличилось. Ё-моё, посмотрите! Вы теперь посмотрите, как выглядит система. Да, корзина перемещена. Да, корзина у нас, естественно, перемещена. А теперь, ё-моё, вы посмотрите! Вы как мне вот отсюда вот выйти? Ай, как мне вот этот вот escape сделать? Какой-то Ctrl-Del. Вы посмотрите, что стало диспетчером задач. Это просто безумно. Да, вот это безумно. Безумно сразу на том, как на этом сидеть. А давайте, короче, мы... Давайте закрываем. Мы отсюда... Давайте Properties. Ё-моё, даже... Ну как мне отсюда выйти-то? А что будет, если применить другую тему? Да ёлки-палки, ничего не могу сделать. Опа, уведомление какое-то. Да, это... Вот как мне отсюда выйти? Давайте, альтес... Во, что это открывается? Да закрывайся ты, ё-моё. Закрывайся. Так, это... Чего? Это такой меню-пуск? Нет! Мы угробили. Мы угробили. Так, снова 10 задач. Да, да, вот как из этого меню-пуска? Посмотри, что стало... Ё-моё! Думаю... Тут ничего нельзя сделать. Давайте, ну. Так вроде классическая тема. Класс! Ничего нельзя поделать. Да, сделаем побольше. Да. Вот это мы тип тему угробили. Так что мы с этим, кстати, внимание не делать так с вашей партнёй.